Всем привет! Продолжаю решать задачи на питоне. Сейчас буду решать задачу панграмма. Тут в первой строке содержится целое число n, количество символов в строке. Во второй строчке какая-то большая строчка. Вот. И надо определить, содержатся ли в этой строчке все буквы латинского алфавита. Если да, то вывести yes. В противном случае no. Так, ну для начала считаем данные. Количество символов. Оно нам не нужно, конечно, но условия надо считать. Так. Строчка. Так. Ну, сейчас я буду распечатывать для проверки. Так, ну допустим вот это. Так. Что тут надо сделать? Для начала надо удалить символ перевода на новую строку. Так, конечно, внешне может ничего не измениться. Так, и строчку можно привести сразу к нижнему регистру. Так, так, хорошо. Теперь нужно где-то взять все буквы английского алфавита. Конечно, можно создать строчку и всех их перечислить, но можно поступить по-другому. Импортировать в библиотеку string, где все это уже есть. В этой библиотеке есть такой метод ascii-lowercase. Сейчас его распечатаю. Где как раз содержатся все буквы от А до Z. Хорошо. Так. Ну, нам надо нашу строку обработать. Во-первых, там есть повторяющиеся символы. Надо от них избавиться. Для начала создадим список из этой строчки. И этот список отсортируем. Так. Так, ну и распечатаем. Так. Ну, по крайней мере, они сейчас в алфавитном порядке стали. Так. Теперь надо создать словарь, который гарантирует уникальность букв. Также распечатаем словарь. Для распечатывания словаря такая команда есть. Так, ну вот на вид одинаково, что наша введенная строчка, что тут все буквы. Хорошо. Так, можно уже сделать проверку, если вот этот наш словарь распечатанный равен вот этому алфавиту. Тогда печатаем yes. Это уже лишнее. Так, в противном случае печатаем no.
Так, что тут еще можно сократить? Можно вот это прям переместить вот сюда. Так. И так, преобразование к списку сделать сразу. Так, и здесь ну, программа становится такой. Сейчас проверим. No. Большой тест. Yes. Ну, вроде все правильно. Сейчас отправим на проверку. Так, идет очередь. Тесты. Да, сервак загружен. Все отправляют решение, наверное. Ну все, полное решение, значит, решили правильно. Вот такая была задача интересная. Спасибо, что смотрели данное видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорого.